Во-первых, хотелось бы поблагодарить организаторов, потому что это не только новые знания, но и площадка для новых знакомств. И в процессе именно обсуждения рождаются новые идеи, новые совместные проекты. И также я считаю, что это не только интересно журналистам, представителям медиа, но и даже обычным людям, потому что все знания, которые сегодня были получены в ходе нашего тренинга, можно использовать и просто в повседневной жизни при заключении договоров. Здесь идет как правильно выстроить стратегию разговора, чтобы все получилось, чтобы продажа, чтобы сделка была заключена. И я думаю, что время, потраченное сегодня здесь, прошло не зря.